Забавное облако крепнет и дергается, пытается объясниться. Смотри, детка, я не тому, что не обращаю внимания на Боба. С ним все в порядке, я видел, как он собирал пазл, хотя, похоже, у нас с этим делом были проблемы. Типа, надо было его видеть. Колотит по пазлу, кровь из ушей. Знаешь, мне еще будет гордиться. Например, город уничтожен роем, мы с тобой регистрируем насилие и дикую компанию. И он нормально наблюдает за этой сценой, пчелы, медиа, поздравляет, вот почему нужно зайти. Вот и натянулась спихнутая со стола. Что напоминает мне о том времени. Заплываю в бар, притворяясь, что недавно разлюбил, нападал, чтобы мне сочувствовали все подряд. Представь, достаточно напившиеся их жалостью, чтобы уронить. Одиннадцать ударов в верхнюю часть лица Боба, пока Эдди держал мои руки так далеко от места действия, что они сломались и жичали. Хотя Божьей воли эта ночь недолго врезалась мне в память. Какой человек не запомнит свой 20-й день рождения? Целила вену на кольтинный крючок. Слово сняла и в конце концов лечевала ее на дверную ручку. Скользнула сквозь узкую щель двери. Я расскажу тебе сказку, дорогая. Гордо одиночестве, ты еще улавливаешь смысл. Вена зазвенела, как леска, натянув мою кожу, как палатку. Выдержит ли она, и я вспомнил Эдди. Эдди должен был приехать на матч, хватит ли его на это, его хватило, и когда он открыл дверь, вся система поехала углом, вырывая мою сердечно-сосудистую систему, пока сердце не вырвалось из груди. Поехала рывками по полу, как рыба на суше. А Руби давно и след простыл.